Роман Широков, полузащитник, номер 15, 33 года, рост 187 сантиметров. В весенней части чемпионата России принял участие в 13 матчах. Провел на поле 1170 минут. В среднем за один матч пробегает 10 990 метров. Стал автором 4 голов, забитых в матчах против клубов «Кубань», «Арсенал», «Ростов» и «Динамо». В поединках «Краснодар-Мордовия», «Краснодар-Кубань», «ЦСКА-Краснодар» и «Арсенал-Краснодар» Роман стал автором 4 голевых передач. Редактор